Жодзіна працягвае добраўпарадкаванне месцаў адпачынку і цэнтральных вуліц. З'явілася незвычайная алея ў дрэве і метале, увасобілі шэдэўры сусветнай архітэктуры, касмічныя матывы і нават герояў старажытнай Грэцыі. Дызайнерскія ліхтары сталі своеасаблівай прэзентацыяй, у іх адлюстраваны і асноўныя напрамкі прамысловасці горада. Мы не должны забывать о том, что, так скажем, красота, визуализация красоты является важнейшим элементом городской жизни. Для того, чтобы город был похож на город, в нем должны быть зоны, где приятно прогуляться. Должны быть территории, которые можно показать гостям и хочется показать гостям. Одним из таких ярких, значимых объектов, который у нас появился в городе, это, вернее, появляется в городе, это аллея фонарей. Развивая Жодзіна и спортивную инфраструктуру, тут откроется веломайстерня и повялишится протяглость дорожек. Протяженность велосипедной дорожки порядка 7000 метров. Перед нами стоит задача продолжить. Есть такой маршрут, он разработан. Для жителей города это позволило действительно сформировать вот дружественное отношение к велосипеду, к велосипедному движению в городе Жодзіна. Пачатая рэканструкцыя гарадскога парка Жодзіна, з'явіцца тэматычныя зоны адпачынку, а таксама Wi-Fi.